зовут Хулио. Я очень переживаю по этому поводу. А ты переживаешь? Да. Да, Хулио, а Хулио об этом думает? Да. Вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном. Сколько же вы хотите? Полста. Эх, снег, снежок, белая метелица, и еще не Новый год, а тянет на ебаться. Ой, снег, снежок, белая метелица. Вот это тёлка. Вот это я понимаю. Вот так еще постой, вот так. Слышь, ты чё трубки не берешь, ложь? Рецепт из того, что всегда есть дома. Креветки. Ты чё охуела, нахуй, креветки? У меня из того, что всегда есть дома, только соль, нахуй, и то не все. Выгода твоя в том, Михаил Лукич, чтобы главным смотрителем меня поставить над всем твоим хозяйством. Выбирать бабу надо так. Если, говорит, у ней ноги длинные, худые, жопа маленькая, это, говорит, вам смерть. Заебет, замучить, и, главное, толку никакого от ей нет. А вот если баба, ножки должны быть толстенькие, жопка толстенькая, и по возможности всякое такое, вот это, говорит, это у нее как правило, значит, она княгиня, бля, буду. Деятель культуры водку пьет. Пусть пьет, на всех хватит. Морду бы ему набить. Морду мы ему пощупать всегда успеем. А когда же будем бить морду? Ровно в полночь. Что в полночь? Приходите к амбару, не пожалеете. Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны. Я чертовски привлекательен. Чего зря время терять? Все, кино не будет. Электричество кончилось.